Ну что, алло, алло, алло. Прием, прием, прием. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казуку Фэмили. С вами Денис. И мы продолжаем второе дополнение по счету. Ну, там без разницы. Два дополнения, они не связаны по сюжету. В плане два разных сюжета. Но основная ветка игры идет одной дорогой. Мы будем играть в Half-Life за спецназа Шепарда, который пытается очистить улики, то, что происходило в Лямде. Так что, в принципе, я сейчас проверю графику, проверю аудио. Что-то мне прям показалось, что где-то вот так надо делать. Так. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее. Посмотрим историю спецназа Шепарда. Ставим новая игра. Так. И уровень легкий, да? Погнали, что всем приятного просмотра. Не забывайте про лайки, приглашать друзей, колокольчик. А мы погнали в эту интересную атмосферу. Half-Life Opposing Force. И куда это нас забросили? Ну, пилот думает, что мы подлетим к дому твоей мамочки. Вроде похоже на правду. Это так мило, Джексон. Всегда и везде. Чувствуешь запах? Какой запах? Попахивает очередной халявной миссией. Ха-ха! Это уж точно! Халява, черт возьми! Тогда какого хрена они скрывают от нас наши приказы так долго? Ага, засунули нас в эту жопу мира, да еще и не рассказывают ничего. У тебя проблема, рядовой? Я отдам тебе приказ, когда мы попадем в зону посадки. Дошло до тебя! Есть, сэр. А мне вообще похрену какая цель. Мне лишь бы пришить кого-то. Ну-ну! Следи на верхнем пульте. Будь довольно тесно. Вас понял, прием. Опять эта поисково-спасательная операция. Как это задолбало. А меня задолбало спасать все время твою задницу. Ой, вот видит нормальную посадочную площадку. Никак не сбросим. Я вижу какую-то активность, но я не понимаю, что это такое. Ты, Шепард, Джексон, похоже, на тебя запал. Так, да пошел ты, слушайте! У нас сложная боевая система! Дерьмо! Пусти погиб! Разведка не смогла определить наше местоположение, так что давайте будем осмотрительны! Черт! Погнался! Короче, дурдом происходит. Укрытие! Вартигонты. Добро пожаловать в Black Mesa. 3, 4, 5, 1, 2. Так. Капрал Шепард, да? Я рад, что мои усилия по спасению вашей жизни не прошли зря. Не могу сказать того же самого о нем. Боюсь, с вами произошло что-то серьезное. Но большинство ваших друзей не выжило. Надеюсь, что вы, солдаты, пришли, чтобы спасти нас. Но, похоже, все мы сейчас в одинаковой ситуации.
Может, вы свяжетесь с кем-нибудь и вызовите помощь? Было бы все так просто, мужик. Было бы все так просто, мужик. Чего? Подожди. Какие крабоподобные твари используют уникальную паразитическую стратегию, не так ли? Ха-ха. Мужик, а ты любознательный. Вы когда-нибудь видели столь удивительный вид? Эти крабы полностью контролируют нервную систему своей жертвы. Можете себе представить, как выглядит следующая стадия мутации? Не, мужик. Я не в курсе. Да и нафиг нужно. Чего? Подожди. А где выход? Он же убил этого хрена. Так, ну... В данной ситуации, мужик, ты прав. Всего лишь в данной ситуации. Шансов. Окей, Шепард, я вижу, ты для нашего. Это тебе поможет там. Я слышал, что вы военные прибыли не для того, чтобы нас спасать. Надеюсь, это не так. Готов? Ладно, я тебя впускаю. И? Давай, мужик. Может, я постерегу? Ну, вот тот шкафчик. Врачи! Чё ты такой трусливый? Мою бы задницу бы спасал, сволочь. Да. А какой разрушить тогда получается? А, подожди. Стоп. Подожди, а может вот это разрушить херу? В смысле нет? Ты ебана мать. А чё, как разрушать-то, блин? Опа. Джима. Опа. Ура, свежий воздух. Так, подожди.
Это хорошо. Так. С моей рукожопостью лучше не рисковать. В смысле? А куда прыгать-то? Я допрыгну? А, ну да. Это яркость ночная, такая херня. О, я и забыл. А. И. Капец, лучше фонарик, чем эта фигня, которая мешает, капец. Ой. Сейчас самого чуть ли не долбануло. Сложился мужик. Был мужик и нет мужика, да? Ладно. Да, ножик в этом плане намного лучше, чем вообще. Что? А, нам сюда. Переговорные штучки, да? Ой, ёпта, красота. А чё нам вниз? Просто нафига вниз.
А что тут? Оказывается, солдат упал. И можно было с него приколюху взять. Тогда понятно. Почему? Так, подожди-ка. Красоты. Вот и дробовик. Нашли, да? Сволочь. Чего, блядь, пожар от чего? А винтик где крутить? Тут же винтик типа не крутится. Воу. Я помню, что сейчас кто-то будет. Еще и двое было, блядь. А, та же самая система. А, ну если так хотя бы. Воу. Это сейчас это за пара начнется? Если мне память ничего не изменяет, когда все нафиг разрушится. Ну? Открывай, Джима. Хитрое создание. Ого. Затопило знатно. Такс. Фу-фу-фу-фу. Так, это получается нам аж... по этим штукенцам херачить. Да? Так, подожди. Да. Так, ну, нужно возвращается эта хрень. Если бы вы только знали. Капец. То есть мы еще вернемся сюда, да? Чё у меня так мало жизни? Блять! Кошмар. А, подожди.
Да вы заебали. Хер попадешь. Так, стоп, а. С какой стороны-то я попаду-то? Блин, вот эта сцена, хер, блядь, я временно управление поменяю, блядь. Пригнуться к Ю. Так, подожди. Оружие. Цели пью, а пригнуться. Да. Так, подожди. Вот, отлично. Так, подожди-ка, а как я доберусь, если... А, даже так можно. Так, подожди-ка. Теперь вопрос в другом состоит. Серьезно, теперь двигать в ту сторону? Так, это реально так или это наебка? Подожди. Заебись. Блять. Теперь в ту сторону двигать. Да ебаный насос. Да, Half-Life это такое дело, да. Ну, по крайней мере. Ты серьезно? Пиздец какой-то. Наебалово, да, Хиткрафт? Так, а куда дальше сюда? А, вот. Блять, ну так удобнее гораздо. Подожди. Воу. Так, подожди, а куда сейчас сюда-то? Пять патронов к этой херне. Кстати, да. Ага. Чё? Чё происходит? А, подожди, это то есть получается, чтобы открылось, нужно... И чё? А, нужно было робота пропустить, серьезно? Пока он не проедет, не пройдет, ничего не случится. Хм. Логично. В натуре логично. Чё? По ящикам. Так, значит не сюда. Значит сюда. Воу. Так. Фу, блять. Перепрыгнуть бы хотя бы.
Блять. Ну, естественно. Мгновенная смерть. Твою мать. Так, выкачка. Радиации. Текс, это хорошо. И почему мне кажется, что все равно есть какое-то залипание? Мать твою. Блять, я все равно поставлю. Странно очень, ну да ладно. Вы серьезно? Да ебаный в рот. Чё тут? Блять! Серьезно? Какого хрена я сюда потопал? Какой же я даун, а? Пиздец, блядь, какой-то. Ебануться. Нахрен я попёрся туда, куда не надо. Пиздец, яркость какая-то ебанутая. Так, подожди-ка. Чё, приблизительно вот так, что ли, или как? Мужик.
Бля, у меня патроны сейчас закончатся. Так. Так, по-моему, вот этот пистолет получше, чем то говно. Ну, по-моему, конечно, если я не ошибаюсь. Тупые машины! Они когда-нибудь заработают! Эй, ты не одолжишь мне четвертак? Ага, был бы, мужик. А ведь я сегодня планировал поиграть в бридж. Мы с тобой в бридж другой играем. Блядь. Да, блять. Блять, в смысле? Вы издеваетесь? Помоги! Мужик, я как бы могу подохнуть, ты в курсе? Получилось, мужик, но там еще. Блять. У меня тут еще один. Ты меткий. Я бы повесил это у тебя над камином. Если бы он у меня был. Артигон-то. Видел новый видео? Нет, но мой друг. Не знаю, никогда не видел представителей этого вида. Все нормально, Сэр. Я беру его. Нет, я не хочу умирать. Вот выродки. Чего? Скажу, что ты мою жопу спас. Нет, вы же один из них. Не могли бы мы просто мирно разойтись. Чё, аптечек нету, ёпта мать. Так нечестно. Блять. И чё мне делать? Мне сейчас кокнут нахер. Блять. Твою мать! Ебать их там! Не серьезно, как я выживу? Меня ж просто положат нахер. Серьезно? Твою мать. У меня даже аптечек нету, блядь. Чтобы выжить банально. Подожди-ка, я сейчас могу по-другому устроить сын. Да блять! Сколько ждать? Короче. Заебать. Ты дебил, блять! В кого ты стрелял, еблан? Ты в меня попал, ебланище.
метки, как у нас. Так, крошка, ты видел? Да нахуй. Так, броня броней, ну. Блять. И все равно у меня не хватает аптечек, да? Грустно дело. Грустно дело. И хреново, когда ты не Казанова, да? Чё, блядь? А как я запрыгнул? Блядь. Твою... Это ничего не дает, да? Ага. Все, я тебя сваливаю, да? Грустненько, что кто-то сваливает. О, птичка, наконец. Так. Эй, Купер, прием. Мы оставляем эту базу. Забудьте о прибыли. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Если нет, то рвите когти. Повторяю, мы оставляем эту базу и начинаем авиабомбардировку. Дайте нам цели и сматывайтесь оттуда. Шепард, у тебя получилось. Ты не нашел Фримена? Забудь о нем. Мы уходим. Бомбардировка началась. Иди в ангар. Нас там подберут. Ты должен мне поверить, Фриман может быть где угодно. Я не отпущу тебя, пока ты поговоришь. Мужика тут прессуют. Так. Это мой пост, сэр. Ну пройти-то мне можно? Это мой пост, сэр. Мужик, дай как-нибудь пройти. Так, подожди. Мужик, прости, но... Боже, я сильно... Мне энергия нужна. А, нам сюда и нужно? Или нет? Не пойму нифига, подожди. Просто этот хрен нас не пропускает. И мне пришлось... Подожди-ка. Подожди. То есть, если я... Ага, ворота закроют.
этот урод. Все, без нас улетели. Я это сделал. Подожди. А ну, я хочу все равно узнать, что там было. Чего, блин? Все равно с этим чумачачем остался, что ли? Чего? Серьезно? А, это мы обходим? Ничего не было, зашибись. Просто зашибись. Чего? А здесь что? Ничего? Тупо тупики. Блять, опять пары ебучие. Ебать, он не меткая хуйня. Тут все не меткая херня просто. Что, реально наверх? В смысле? Подожди, это значит не туда пошел, получается. Твою мать, сейчас. А это куда ведет? Куда нужно? Или нет? Так. Твою мать! Где вырубается эта херня, нигде? Или как? Тут, блядь, расстановка единиц. Полная залупа. Лупа за лупу просто. Да в смысле? Что за залипание нахер? Блять! Ты удачливый сукин сын, блять. Да в смысле, блять, уже не смешно. Пиздец какой-то. У меня сейчас бомбежка бы началась просто.
дикая-дикая бомбежка. Не, парта не включается до конца. Подожди, а где он тогда выключается, пар? Если не здесь. Вопрос, а нафига нам вообще воду? Надо было пробежать, что ли, или чё? Хотя подожди. Нет, оттуда он тупо, по-моему, не допрыгнул. Хотя подожди. Нет, серьезно, не вариант. Вариант? Это что такое? Ты твою мать. А тут вообще тупики полные, да? Фига себе, к ракетнице. Офигеть. Вот так прикол. Да ёб твою же мать! Вы ж мне не скажете, что по новой все вырубивать? Да... Твою мать! Дикс. Серьезно? Ты с такого низкого прыжка чуть ли не сдох? А дальше? А, дальше сюда, да? О, я помню, скоро трешечок начнется. Так, подожди, это от такого ментального нрава, да? Так. Кстати, я не знаю, но тут-то, короче, такая подсказка. Что? Нет? Не подсказка? Ладно, она мне показалась. О. Сколько? Сколько эта херня отняла? Вопрос. Гремит, пыхтит. А, ну вот такой, кстати, расклад более-менее подходит. Да что за хуйня? Тут не сука. Это было обосраться. Реально. Блин, ножиком быстрее отвечаю. Во. Чё, блин? Кто там? Чё за... Местечко. Щит. Чё, малась подгорел я, что ли? А куда дальше-то? Да ты гонишь. Ты
Ты сейчас мне на что намекаешь? Что я должен? Блять! Да ёп... Макарёк. Да в смысле? Да ебать! Прыгай! Еблан тупой, прыгать надо, хули ты ждал? Твою мать! Сколько их тут нахуй? Ебать, вы чё, блядь, издеваетесь? Слышь ты, ебланище! Целую свою. Пиздец, блядь. Где этот зомби хуёмби, блядь? Их чё там несколько этих долбоёбов? Какой хуйнёй они кидаются, я не пойму, блядь. Это чё за дичь? Серьёзно, блядь, что это за дичь? Какой-то. Мало того, что они всех солдат положили. Фу. Так еще аптечек ни хера нету. Обосраться просто. Куда ты идешь? Да, вот это непруха, так непруха. Да давай. Открылась вот эта дырка. Что это такое? А, взрывоопасно. Твою мать. Щет. Сучка. Блять, вы издеваетесь? Чё так? Да блять. Сейчас любое действие как ходячее противодействие, блять. Что мне делать? Кого-то убили, однако. У. Да что? Серьезно, блядь, я чуть не застрял. Клёво. Должен быть
всех. А да, мужик, понимаю, кто там, как там. Прекрасно. Что за... Блин, а я не знаю, как этих тварей валить. Тут жестко сейчас будет. Так, сколько мы там по времени? Почти час. Жесткий замес. Вот, не знаю, смысл есть сюда переться. Чего? То есть... Сюда не было смысла переться в натуре? Почему? Сука. Какая живучая пиписька. Хватит рычать на меня, сука. Рычащая падла. Ой, блядь, в смысле? А вы можете предупреждать, что тут? Сука. Так. Воу. Блин, а патронов в кемке уже маловато. Это плохо. Это уже нехорошо. Восьмизарядный. Блять! Еще придет. Я не знаю, что хуже. Вы солдаты с приказом зачистить всех тут или же эти подлые чужие. Знаю, мужик, решать тебе, кто хуже. Да не сы в трусы. Так.
Вот я так понимаю, что мы не долетим, да? Блять. Или долетим, подожди. А фак. Ничего. Так, а как мне спуститься? Так. Тогда сюда не надо. Угу. Да блять, куда ты прыгаешь, блять, еблан? Пиздец, он меня напрягает начал просто. Чего? Хорошо. Надеюсь, конечно. Так мы уже не выберемся, да? Угу. Ладно. Дальше по проводу, да? Так. Интересный подход. У кого вот вопрос. Тихо, тихо, Шепард. Суету не наводи. По факту. Чего? Так. Ёп, тык. Чего? Ух, сейчас что-то будет. Ну, естественно. Стоило подобного дерьма ожидать. Нет. Печалька. Сюда, да? Так, а как попасть? Ага, это что надо теперь попробовать закинуть? Стоп, а мы ж не закинем. Стоп, а как это сделать-то? Я смогу. И чё? И чё? В смысле, блядь?
Блять, вы могли раньше мне сказать, что можно... Да, блять! Ты идиот! Подожди. Наконец-то, блять. Да ёпрасоте. Так, мне интересно, куда ведет это? Дверь. Да блять! Кстати, КТРЛом почему-то неудобно опять. То есть, пригнуться... Использовать... И... Опять неудобно нафиг. Чего? О. В смысле, он так пригнутый, что ли, ходит? О, как обратно-то вернулся так же? Ладно. Там. Эту физику использовать одно удовольствие, только в кавычках. Да ёпрасоте. Ну естественно, потратим же дробовик на всю эту мыню, да? Так. Сучка. Чего? Типа тут уже свет дали? Блять! Кто-то? Я ожидал, что это произойдет, но администратор меня бы не послушал. Секторы Лямбда смогут взять все под контроль. Я тоже надеюсь, мужик. О чем? Я что-то слышал. Чего? А чё мы открыли-то? В смысле? Куда нам идти-то? К элеватору? Или куда? В смысле, подожди. Ты что, хочешь сказать, что мы лифт открыли какой-то? Да подожди, он же закрыт.
А как тогда? Блять. Что за идиотизм? Что это сейчас было? Чего? Стоп. А куда возвращаться-то? Подожди, рано. В натуре, а куда возвращаться? Стоп. Сюда? Не, тут же тупики. Чё за тупость так застрять? Капец, я тупой. Капрал Шепард, мы тоже немного отстали. Мы около твоей позиции. Отойди от двери техобслуживания. Мы хотим взорвать ее. Так, а там что-нибудь есть, мужики? Нету, да? Похоже, кто-то обломался. Откусили больше, чем могут проглотить. Да забудь о Примане, нам нужно спасать собственный зад. Ты с нами, капрал? Как прикажете, сэр? Да, сэр. Так, подожди. Давай, мужик. Филин. Отойдите, права, то займет пару минут. Угу. Никто и не спорит, что это займет пару минут. Мужик, а хули ты там стоишь? Окей, капрал, я за тобой. Да двигай жопой. Жопой двигай. Да, вот это миссия, так миссия. Дружеский огонь. Чего вы там тупите? Капец вы тупые. Я отвечаю. О, господи, тупей идиотов я не встречал. Твою мать! Это что еще за хуйня? Пиздец. Блять. 2%, блять, ты серьезно? Пиздец. Не, я так не играю, блять. Сука, блять.
Охуенно. Охуенно, блядь. 8%. Да, блядь. Хуй победишь этого еблана. А, блядь, опять иди. Сука, вы серьезно? Пиздец, их бы размотали, этих пацанов. Хотя подожди. Блять, вы стоите. Я вас не подведу, сэр. Давай, не подведет он, блядь. Да точно, сэр. Да идите за мной. Да пойдемте, алло. Пиздец. Я справлюсь с этим в два счета. Давайте, блядь. Где второй? Где второй? Какие же вы тупые, а? Смотря еще кем зачищено. Пипец просто. Ух ты, блядь. Сука. Сука, ты мразь. Сколько его валить, блядь? Вы чё, блядь, серьезно? Да, блядь, я так не играю, чё за дичь? Сколько этих лососов? Один, все. Пиздец. Это вы что мне намекаете? На то, чтобы я успел? Да, блядь! Пиздец! Как я успею? Раз. Пиздец. Еще успеть надо кувыркаться, как Спайдермен.
Да в смысле? Вы откуда взялись? Но черные оперативники — это плохо. Так. Все тихо. Здорово. Угораздило меня во всех вляпаться. Блять! Да проверю, проверю. Тихо. Блять, сколько тут нежданчиков, а? Твою мать! Блять, тут же ж эти оперативники сраные. Да нихуя ты живучий! Охереть. Хрен живучий оказался. Чего? Подожди-ка, это как? А, это так сработало. Ловушка. Все, я понял. Что ты там делаешь? Мы должны добраться до точки подбора у сектора Лямбда. Если нам повезет, то по пути мы дропнем Фримана. Транспортная система довезла бы нас туда, но дверь туда надежно запечатана. Черт, где же эти инженеры, когда они нужны? Разберемся в плане инженеров. Уже, сэр! Так. Живучие же падла. Блять.
не возникает, и все в порядке. Все пучком. Так. Да, вот не беспокойся. Сейчас я тебя залатаю. Фух. Мне сказали охранять эту зону. Спасибо, док. Ты идешь? Капрал, я долго не выдержу. Мне нужна медпомощь. Там... Давай. Ну? Аптекарь будет с нами выбираться, нет? Пошлите уже, достали. Ну, плохие дела. Плохие дела, что вы тупые, да? Ну? Кто вызывал слесаря? Шепард? Да, сейчас будет трындец. Боже, ты придурок. Поздравление с этим местом, что все желание, как это было. Ёпрасота. Ёб твою мать. Ладно, посмотри, что там, я прикрою. В смысле ты прикроешь? Ты тупой, чтоб слишком. Чё? Я тебя прикрою. Пошли. Прикрывайте. Идем, капрал. Пошли. Капрал, какого хрена тут происходит? На брифинге нам никто не говорил о черных оперативниках. Мы на одной стороне, так? Так ведь? Я не знаю, какая у них миссия, но мы должны идти. Тут где-то должен быть транспорт. У тебя есть идеи, кто ответственен за эту операцию? Вас понял. Окей, я зачищу эту зону. Я тебя прикрою. Ну? Оу. Адрес, здесь все тихо. Хотел бы я, чтобы меня сейчас видел инструктор Барнс. Видел других парней из моего взвода. Как прикажете, да, сэр? Так. Их вроде трое. Это уже хорошо. Friendly fire. Так.
сейчас ноги отвалятся. Может быть. Так, friendly fire. Ага. Ага, ага. Отлично. Так, ну что, я думаю, на этом мы закончим. Здесь остановимся. С вами был Казаку Фэмили. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Прикрывать правительство не входит в мои должности. Отряд, здесь все тихо. Видел других парней из моего взвода?